Обещание Пасхи. Я обнулилась, внутри меня пустота, внутреннее вывалено и вычищено. Теперь там формируется яйцо. Сначала должна образоваться плотная скорлупа материального мира, а потом зародыш нового содержания. Что будет и кто там родится или что, не знаю. Но Пасха нам обещает и сулит, как покрасить в красное скорлупу этого нового внутреннего яйца. Пасха на пороге. Обещание Пасхи.